Отремонтированные кровли трех многоквартирных домов принимала сегодня комиссия во главе с представителями областного фонда капремонта. В процессе приемки участвовали также жители, специалисты управляющих компаний, управление ЖКХ и наша съемочная группа. Белую кровлю дома 36А по улице Машинистов комиссия изучала внимательно. К новому материалу, из которого изготовлена новая крыша, ПВХ-мембрана, претензий не оказалось. Его также подвергли придирчивому осмотру еще на стадии ремонта. Мы его испытывали на плотность и прочность. Пытались повредить физическим способом, но повела себя достойно. Мы даже сами взяли на вооружение, и две кровли нами в период проведения этих работ были отремонтированы аналогичным образом. Пока еще с этой крышей мы не зимовали. Ну, надеемся, что исход будет благоприятный. Все же крышу на этом доме сегодня коллективно решили не принимать. На устранение недочетов, по словам подрядчика, потребуется около недели. А вот приемка кровли дома 26 по улице Карыша завершилась благополучно. Замечаний критичных не нашли. Были небольшие предписания, но они как бы текущими считаются. Ошибок нет. Замечаний тоже как бы нет. Только в этом году в Мурме были капитально отремонтированы 43 кровли многоквартирных домов. Два фасада, заменены 10 лифтов в 6 многоэтажках. А в 5 домах были капитально отремонтированы инженерные сети. Так, на прошлой неделе в домах 30Г и 30В по улице РЗШ завершился ремонт систем отопления. Работы также принимались коллегиально. Ольга Келешина, Александр Симонов. Новости Мурома.